Привет, друзья! Сейчас будет серия видео о том, как я вырезаю первый раз в жизни шарнирную куклу. Вот почему здесь такая расчлененка, одна нога. Потому что это дело не быстрое, а видео хочется все-таки, чтобы выходили почаще, там, не знаю, хотя бы раз в неделю. Вот. Сейчас пока у меня готова правая нога и половина левой, то есть не хватает бедра до полного комплекта. Я сейчас собрала вот пробный вариант. Понятно, что это не финиш, потому что будет еще шлифовка, и я еще буду коленный сустав, вот этот шарнир, утапливать глубже, то есть больше выбирать, потому что мне не очень нравится, что здесь слишком уж гуляет. Хочется больше, чтобы были они в лунках. Хотя вот с этим суставчиком я больше довольна. Он, во-первых, фиксируется в любом положении. Скажите, вам вообще интересна эта серия таких работ или не очень? Потому что я бы так, съемочный процесс занимает время, и если не интересно, то я просто буду как бы для себя резать и не знаю, как потом сниму финишный вариант уже собранной куклы. Вот. Заранее спасибо за обратную связь. Ну а теперь давайте приступать.
Хотела как лучше, хотела снять видео про куксу, пока вырезаю детали от куклы, потому что это долго. Но у меня замечательная соседка, которая не очень дружит с головой, и на все звуки, неважно какой громкости, перфоратор это или простой лобзик, она начинает долбить по батареям. В общем, я даже не успела этот кусок отрезать, как уже начала просто истерически долбить по батарее. Вот, не хочется, чтобы она пришла ко мне с топором. Поэтому пока куксу я откладываю, видимо, до того момента, как объявят завершение карантина, и что люди могут выпереться на работу, блин. Вот. Жалко. Хотелось на ней поработать, но попробовала... собственно, даже на топор на балконе. А пень, и то она все равно услышала и все равно начала долбить. Вот, поэтому вообще не судьба. Ну, не вариант, ни топором, ни... Ну, ножом я это ковырять точно не буду, что очень сухая, твердая древесина. Лобзик-то еле-еле берет. В общем, ладно, а пока оставляем и возвращаемся к тому, что можно вырезать ножом и с минимальным шумом.
ну что, друзья, я собрала примерочно, как будет наша нога. Вот, конечно, будут еще утончаться вот эти детали, чтобы не было такого ощущения, что слишком маленькие шарниры и такие большие ноги. Ну, вот я собрала, чтобы просто посмотреть, как оно в сборе. Вот, в следующем видео будут ручки. До встречи в следующей части. Пока!